Всем привет, с наступающим Новым годом! Сейчас у меня возник вопрос по поводу темы письма Деду Морозу. Сейчас наблюдаю тенденцию, что дети пишут письма Деду Морозу, и тот исполняет их желания, да? Или не исполняет, но от ряда своих знакомых я слышала такую информацию, что письмо Деда Мороза должно быть исполнено. То есть это не обсуждается, да? Также неоднократно сталкивалась, кажется, в кафе. Я услышала то, что родители вместе с ребенком писали письмо Деда Мороза. Кажется, я ехала в общественном транспорте, и тоже ребенок обсуждал с мамой письмо Деда Мороза. Так вот, поразмышляв на эту тему, я поняла, что мне не очень нравится эта затея. И вот сейчас постараюсь объяснить, почему. Потому что, во-первых, мама с папой, да, дарит подарок на день рождения, и ребенок понимает, что ему дарит этот подарок. Возможно, если он уже в каком-то более таком зрелом возрасте, до него можно постараться донести, к примеру, да, что он дорогостоящий, что мы, к примеру, себе можем его позволить или не можем позволить, но так как ты хорошо учился целый год, либо ты хорошо учишься целый год, у тебя хорошее поведение, ты стараешься, не огорчаешь родителей, бабушку с дедушкой, то мы очень постараемся всей семьей, к примеру, да, исполнить твое желание, твой заветный подарок. Во всяком случае, мне кажется, в этом есть какая-то доля мотивации для ребенка, то, что я буду стараться, и на мое день рождения родители подарят там, да, к примеру, мне велосипед. Либо ты еще там маленький, но на следующий год, либо когда ты подрастешь, хорошо будешь себя вести, мы обязательно там тебе подарим, да, ну, либо каждый родитель выбирает для себя, соответственно, ту форму поведения, с которой он общается с ребенком. И вот тогда, да, подарок, мне кажется, будет желанным и будет долгожданным наградой за усердие, за свое поведение. А система, то, что какой-то дядя неизвестный при щелчку письма выполняет задание ребенка, его, ну, пожелание. Просто дело в том, что я, наверное, против этой системы. Никаких писем Деду Морозу. Маме, папе есть запрос, бабушке с дедушкой, реальные люди понимают, осознают ценность этому подарку, да. Потому что в этом году к нам постучались в двери дети на Хэллоуин. Было объявление в подъезде, то, что будет некий такой, да, обход. Я, конечно, понимаю, что, во-первых, это была эпоха пандемии, кажется, не помню, вышла в маске к детям или нет. Ну, кажется, я была в маске. У меня были конфеты. И я спросила: ребята, вы подготовили какие-то стихотворения, либо еще что-то? Сказали: нет. Я говорю: почему? А за что я вам должна давать конфеты? То есть там, да, конфеты, либо жизнь. Так я им дала конфеты, как только открыла дверь. Ну, и сказала: а вы что-то подготовили? Ничего не подготовили. Меня измазали краской. За то, что я им дала конфеты в итоге, да, мне все равно измазали краской, и у меня было полное ощущение, что я поощряю то, что, наверное, поощрять не нужно. Конфета. За что? За стихотворение Деду Морозу. Либо, да, за хорошую отметку. Оценку. Отметка. У меня так дедушка говорил, отметки. Подарок. Желание. Исполнение. Заветное. Что-то сокровенное, да? Поделиться с чем? Мама, мне так бы хотелось, там, к примеру, велосипед, либо еще что-то. И осознание ребенка, ценности. Ценности мы должны прививать. Это не падает все с неба. Как-то так.